называется, аффирмации, да? Типа сидишь там, смотришь в зеркало и говоришь, я там богатею, молодею, что там, что-то еще-то сделаю. Ну, тут же как бы понятно, да, что, ну, если это и так происходит, то зачем это себе говорить в зеркало, да? Это и так происходит, как бы, понятно. А если этого не происходит, то зачем себя, ну, травмировать лишний раз? То есть ты смотришь на себя, говоришь, я там молодею и богатею, а сам где-то параллельно понимаешь, что нифига этого не происходит. На самом деле понятно, что, да, уже лицо потрепанное, как бы, да, и денег мало. И зачем мне про это себя напоминать каждый раз, непонятно. То есть лучше уж принять, как есть, как бы, да, что, ну, вот я какой-то там, какой-то и есть там в каком-то я состоянии, в текущем, да, я, мне же с этого состояния нужно стартовать.